Амстердам – город с большим разнообразием характеров. Характер проявляется в типичных районах, таких как Иордан и Девять улиц. Но динамичные велосипедисты и оазисы цветов определяют специфику этого города. Фотомодель Моник ван Овербек показывает нам путь. Это северный рынок. Здесь каждые выходные я делаю покупки. Каждую субботу здесь, на рынке в Иордане, владельцы малого бизнеса со всех концов страны стоят, чтобы продать свои органические продукты и изделия ручной работы. Рынки с органическими продуктами питания успешны сейчас во всем мире, как фермерский рынок в Сан-Франциско. Также и в Нидерландах люди все чаще хотят купить еду у производителей продуктов питания самостоятельно. Здесь, на северном рынке, для этого дружественное и непринужденное место. Здесь также есть пространство для нетрадиционных предпринимателей, как этот шляпник, придающий рынку свою отличительную дополнительную ценность. Уютные кафе вокруг площади подтверждают особую атмосферу Иордана еще больше. Иордан – красивый городской район со славным прошлым. Дома для рабочего класса начали строиться в этом месте в 17 веке. Несмотря на бедность, район быстро развивался и стал ярко выраженной, оживленной частью города. Здесь люди знали толк в том, как отпраздновать вечеринку. Одна большая семья со своим собственным сленгом и любовью к чрезмерно сентиментальным песням. Чтобы лучше видеть, что происходит на улице, здесь, на стенах домов, имело зеркало, прозванное «шпион». С течением времени в Иордане появился новый тип жителя. Сегодня это дорогой, эксклюзивный район с прекрасно отреставрированными домами, от больших до крошечных, прильнувших к центру города. Иордан частично окружен каналами и состоит из лабиринта улиц с элегантными магазинчиками и уютными местечками, где можно выпить. Это район Амстердама, в который вы можете легко влюбиться и где вы можете полностью насладиться всеми красотами, встречающимися на вашем пути. Пара минут на велосипеде под углом к кольцу каналов, и вы на Девяти улицах. Это одна из Девяти улиц. Здесь я совершаю покупки. Пью здесь кофе или могу что-нибудь перекусить. Это действительно здорово. Это буклет. Он позволяет увидеть, где именно находятся улицы. Объект для вдохновения – удивительные магазины дизайна, разбросанные везде. Завидные местечки для обеда или закуски. В этих улочках через каждые 10 шагов вы найдете что-то новое. Что-то красивое, что-то неожиданное или что-то удивительное. Все располагается в узнаваемом классическом стиле исторического центра города. И поэтому здесь не избежать велосипеда. В Амстердаме у каждого есть велосипед, так что если вы хотите открыть для себя Амстердам, арендуйте велосипед. Это можно сделать здесь, у Макбайк и Йеллоубайк, или в любом из других пунктов проката велосипедов. Велосипед – это один из тех элементов, которые определяют образ и характер Амстердама. Поэтому для туристов тоже соблазнительно самостоятельно проехаться. С небольшой группой вы можете с гидом совершить велотур, но также и индивидуально. Это довольно быстрый способ перемещения по городу. Но будьте внимательны. Все амстердамцы имеют велосипед. Абсолютно все. И что еще более важно, они очень быстры. И кажется, что несутся со всех сторон. Они здесь с этим выросли. Это их повседневная жизнь. Цветы также играют важную роль в характере Амстердама. We Dutch, we love flowers. Мы, голландцы, любим цветы. Вы можете купить их в любом месте. Я их покупаю всегда здесь, на цветочном рынке в Амстердаме. У амстердамцев всегда в доме много цветов. От скромных маленьких до прекрасных букетов. Внутри или на открытом воздухе. Так что цветы играют важную роль в красочном и таком разнообразном характере этого города. Города Амстердам.